9 мая считается главным праздником нашей страны. Мы помним и чтим людей, которые помогли создать мирное небо над головой. Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, начались уже накануне. В городском округе Щелково прошел забег с георгиевской лентой длиной 74 метра, посвященный 74-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. В поселке Загорянский приобщиться к предстоящему празднику и продемонстрировать русский патриотический дух собрались жители, волонтеры, учащиеся местных школ, работники учреждений культуры и спорта и внедорожного автоклуба. Подобная акция в Загорянском проводится уже второй год подряд. Цель этого мероприятия, прежде всего, является привлечение молодежи к спорту, к патриотизму, память прежде всего. Стартовала бегущая делегация от местного стадиона «Спартак» и с по-настоящему боевым настроем добежала до мемориала Победы в деревне Оболдино. Там собравшиеся возложили цветы и почтили павших минутой молчания. 9 мая для нас священный день. Это священный день для каждого россиянина. Сегодня мы вспоминаем всех тех, кого с нами нет. Кто отдал жизнь и свободу, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Я горд, мы все горды тем, что среди этих людей есть и наши земляки. Сегодня мы вспоминаем всех тех, кого с нами нет, кто прошел смерть, огонь, лишение и тяготы Великой Отечественной войны. Мы тоже поздравляем всех наших телезрителей с великим праздником. Помним и гордимся нашими героями. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».